Чай закончился. А, нет. Все нормально. Здорово, ребят, с вами Владус. И сегодня я решил пройти очень и очень просто четкую карту. Она называется что-то типа 30-секундный челлендж. Нам дается 30 секунд, чтобы не зассать. Ха, ну это я готов. Так, значит что, давайте мы, ребята, да какие, ох, вы хардкорные ребята. И все, сейчас у нас сложность сложная. Ох ты, ёпта, что это такое? Ну все, давайте. А, нет, тут еще сундуки. Здесь, кстати, есть первый игрок, а есть второй игрок. Ну давайте я возьму оба. Хотя нет. Опа, а, блин, а что, я же в креативе все равно. Ну, надеюсь, сейчас он отключится. Старт гейм, ну что, начнем с этого. Надеюсь, это самый, о, 30 секунд, оп, оп, что, а что нам делать-то, паркурить, что ли, или что? Это все? Они, наверное, не знаю, они меня недооценивают. Следующий уровень. Что делать-то? Снова паркурить? Ой-ой-ой-ой-ой. А так, почему я в креативе вообще? 30 секунд. Опсик. Да как так-то? А что будет? А что сейчас будет? Что будет? Вот 30 секунд пройдет, а что будет? Давайте я сам выключу себе креатив. Ну что, погнали. Оп! А почему я не допрыгиваю-то? Что за фигня? Так не должно быть. Я вообще могу бегать? А почему я не могу допрыгнуть вон до того блока? Здесь прыгать-то фигня. Черт, я не знаю, сколько секунд осталось-то. Тут даже не пишут секунды. Чё за фигня? Чё за подстава-то? Алё? Почему я умер? 30 секунд. Алё, бежим. Прошёл. Хорош, просто следующий левел. Чё делать? Лабиринт, что ли, вы гоните, что ли? Алё. Ну ладно, чё, я сейчас просто запомню, где вход. О. Я что-то видел. Нифига себе! А чё, с этой скоростью-то вы чё гоните, что ли? Алё? Сейчас, подожди, смотри. Всё, погнали, я вроде запомнил. Так. Да какой бомбич, ты дурак, что ли? Алё? Вижу выход. Так, сейчас аккуратно, смотрите. Оп, сейчас, тихо, остался. Отлично, просто хорош. Следующий левел. Кого размотать? По одному. О, нифига себе. А, и чё? Чё? Какой цвет на первом левеле? Вы чё? Зеленый? Или нет, имеет в виду? Нажал кнопку. Чё делать? А, Enter Key код. Чё за пойло вообще? Какое это пойло в натуре мне втерли здесь? Чё за дичь, алё? Знаете, что надо делать? Смотри, залетаем на уровень, знает, чё кого? Бумажку мне. Так, быстренько. Вписываем, значит, смотрите. Лайм. Первый уровень у нас был лаймовый. Кстати, и зеленый здесь не засчитается. Нажимаем на кнопку. Давай, открывайся. Ты чё, тварь? Ты чё? О, всё. Надо было с маленькой буквы писать. Идиотизм, вообще, чё за фигня, товарищ? Следующий левел. Опа, чё делать надо? Погнали. Ой, за мной поршни, да? Это легче, чем легко. Следующий левел. Так, чё, в кого стрелять? Лук, достаю. Кнопку. Ай. А чё со стрелами? Почему они багнуты? А чё, точно в кнопку стрелять вообще? Опа. Понял, кажется. Давай, открывай мне. О, отлично. Бежим. У меня есть еще время. И хорош просто. Следующий уровень. Не знаю, что делать надо. О, ты невидимая херня. Лабиринт невидимый. О, черт, плиз, ноу. Я застрял. Я даже не нашел проход дальше второго блока. Вы чё, вообще что ли обкурились? Смотрите, здесь нет прохода. Куда идти-то, ёб твою. Так, сейчас попробуем рандомом. Ну-ка, впускайте меня в это ваше поле. О, запрыгнул. Нифига себе, чё замутил только что? Где я? Где я нахожусь? Куда идти? Черт возьми, что за херня-то? Выпустите меня отсюда. Я не знаю, куда надо запрыгнуть. Сейчас. Нашел, куда запрыгнуть. Так. Да черт возьми, да 30 секунд-то здесь же не хватит для такого пойла. Эти засранцы надо мной явно издеваются. Но ничего, я по IP-то вычислю. Ой-ой-ой, что это с уровнем происходит? Вы не замечаете? Ничего, ребят, я вот этот уровень зассал проходить. Вот честно, вот мне там 30 секунд точно не хватит, потому что... О, что делать? Почему так темно? Оп, бежим. Мне что дали? Ух ты, медлительность. Вы что гоните, что ли? 30 секунд. Давай. Лесенки.
Хорош. Быстрее, 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 плиз. Дай. Кнопка, кнопка, прыжок. И последний уровень, дорогие друзья. Вот оно. Опять эта невидимая херня. Да вы что, гоните, что ли? Зачем? How many levels have this map? 13, 13, 13. Утырки. Давай, давай, давай. Вилфадус, Вилфадус, тащи, Вилфадус, пожалуйста. Туда-то никак пройти, что ли? Так, ёптаю, а. Ребят, вот честно, я ненавижу такого рода уровни. Они меня выбешивают, потому что это... Че за бред? Вы что, вообще гоните, что ли, такое делать-то, а? Я вот, вот сейчас, честно, я... Просто в гейм-моде я заберусь на лесенку и все, потом... Я ненавижу такую херотень. У меня сейчас при этом... И я поднимаюсь сюда. О, отлично. Так, что делать? Алло. Сундуки? Нифига. Нифига, сколько бумаги здесь. Это что, сортир, что ли? Да вроде нет. А, понял. 13. Давай. Сейчас. А, куда? А, вот сюда. Черт. И вообще, почему я написал 13, их же 9? Черт твой... Быстро. 9 уровней. Так. Отлично. Бежим. Сделал эту карту, понимаете? Сделал. На уровне хардкорщика Вилфадус проходит эту карту. Чё смотришь? Ты лайк-то поставил? Или поставила? Ну что же, я надеюсь, что вы реально поставили лайк за эту чётенькую довольно карту. Если хотите, то тоже попробуйте и испытайте свои пуканы на прочность. А с вами был Вилфадус. До новых встреч и всем пока.